Это настоящий хаки-ваки, ты видишь, Настя? Тем не менее, просто посмотрите, Настя разрезала куклу Вуду! Только посмотрите, это же его голова, о, чёрт! Чё творим, бро, меня зовут Сергионис, и бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Supreme банду, ведь, поди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, бро, тебе не очень нравится быть под нами, так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой слепати на YouTube. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! Хаки-ваки, новый жуткий персонаж из игры Puppy Playtime, где он является игрушкой, которая оживает ночью и убивает работников фабрики кукол. Этот персонаж славится тем, что просто заживо съедает свою жертву. У него огромный рот, в котором более 1000 зубов. Долгое время все думали, что это обычный персонаж из игры. Но, как оказалось, банда, он существует в реальной жизни и уже убил нескольких человек. К счастью, я вовремя узнал про этого монстра, чтобы остановить его и сделать на него куклу Вуду. Вы просто посмотрите, это же точная копия Хаки-Ваки. Надеюсь, что с помощью нее я уничтожу его раз и навсегда. А еще, банда, я хочу разрезать этого монстра, чтобы посмотреть, что у него внутри. Если же, банда, вы тоже этого хотите, то давайте на этом видео наберем 20 тысяч лайков. И я сразу же поймаю Хаки-Ваки и разрежу его на этом столе. Также, банди, чекай описание, ведь там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь со всеми вами, банда. А еще там иногда выходит секретная информация про разных монстров. Так что, банди, смотри в описание, ставь лайк, а мы тем временем приступаем к ритуалу куклы Вуду на Хаки-Ваки. Погнали! Итак, банда, надеюсь, вы готовы, потому что, как мы знаем, Хаки-Ваки оживает только ночью. И сейчас на часах уже 3:00. Именно в это время мы и привяжем эту куклу Вуду к этому монстру. Но для того, чтобы привязать эту куклу, нам нужно заполучить ДНК Хаки-Ваки. Это может быть как его волос, так и его кровь. Но, банда, все мы знаем, что Хаки-Ваки — это живая игрушка, то есть у него не может быть крови. И именно поэтому нам нужно любым способом получить его волос, чтобы всунуть в эту куклу. И специально для сегодняшнего видео я в Даркнете нашел и купил номер Хаки-Ваки. Просто посмотрите, вот он, реальный номер этого монстра. Показывать его вам я точно не буду, потому что вы будете на него звонить. И из-за этого у меня потом могут быть проблемы. Даже я не буду звонить этому монстру, потому что это слишком опасно. Я просто напишу ему сообщение и узнаю, правда ли это он. Итак, банда, вот переписка с Хаки-Ваки. Как видите, она полностью пустая. Давайте же напишем ему привет и узнаем, правда ли это он. Хаки-Ваки, привет. Привет. Мне интересно, ответит ли он на мое сообщение. И правда ли это будет настоящий Хаки-Ваки? Тем не менее, банда, я уже написал. Посмотрим, что он мне отпишет. И посмотрите, он что-то печатает. Ты видишь это? О, господи, что это? Откуда у него фото, как я сплю? Это просто жесть, банда. Что за бред? И еще одно фото, как я сплю. Вы видите это? Откуда у него эти фотографии? Ведь раньше с этим монстром не пересекался. И у нас не было никаких конфликтов. Откуда у него реально фото, как я сплю? Просто жесть! Это же реальный я, банда, вы видите это? Откуда у него эти фотографии? И зачем они вообще? Просто посмотрите! Мне не верится в это! Откуда мои фото у Хаки-Ваки? Окей, давайте у него об этом спросим. Потому что мне уже кажется, что это не Хаки-Ваки, а какой-то маньяк с Даркнета. Ведь этот номер я купил именно в Даркнете. Я напрямую у него спрошу, кто ты такой? Откуда у тебя фото, как я сплю? И посмотрим, что он мне ответит на это. Потому что я уже не верю, что это может быть настоящий Хаки-Ваки. Тем не менее, банда, я отправил сообщение. Посмотрим, что он мне ответит. Черт, я так переживаю, банда. Окей, посмотри, он мне звонит, ты видишь это? Господи. Я не знаю, стоит ли брать трубку. Убери. Окей, банда, на свой страх и риск я все-таки возьму трубку. Посмотрим, что он мне скажет. Алло? Черт, просто посмотри, какой же он жуткий. Это такая жесть, банда. Это настоящий Хаки-Ваки, ты видишь, Настя? Да, очень страшный. Да, это просто жесть. Хаки-Ваки, откуда у тебя фотографии, как я сплю? Он просто молчит, что? Хаки-Ваки, отвечай, мы тебя не боимся. Черт, если ты продолжишь молчать, то мы используем на тебя куклу Вуду. Я смогу тебя убить всего лишь одним ударом, отвечай нам. Он просто молчит, банда, мне аж не по себе от этой тишины. Может быть, он не умеет говорить? Может быть. Окей, Хаки-Ваки, отпиши мне на сообщение, я... Просто молчит, банда, это реально какая-то жесть. Мне прям не по себе от всего этого. Хаки-Ваки, отвечай на мои сообщения.
Черт, Банда, он просто отключился, он что-то печатает, просто посмотри! Да. Неужели он сейчас ответит, кто он такой? Возможно, это даже был не Хаги-Ваги, а просто костюм этого монстра! Тем не менее, Банда, он уже печатает очень долго! Похоже, какое-то длинное сообщение! О, черт, посмотри! Это же мы прямо сейчас снимаем видео! Он фотографировал нас в окно, но как? Откуда он взялся? Это просто невозможно, Банда! Мы живем на 10-м этаже, как такое фото сделать? Я реально не понимаю, ты видишь его? Нет, не вижу! Я тоже его нигде не вижу, просто какая-то мистика! Но все же, Банда, на этом фото реально мы! Мы вот только что сидели за этим столом, как это вообще возможно? Тем не менее, давайте закроем окна, чтобы нас точно больше никто не фотографировал! Он еще что-то пишет, просто жесть, Банда, что он еще от меня хочет? Еще какая-то фотография или что, ты видишь? Да! Это просто какая-то жесть! Этот Хаги-Ваги какой-то ненормальный! Это какое-то видео! Как думаешь, стоит его открывать? Да, давай откроем! О, черт, окей, Банда, давайте его включим! Здесь просто какой-то черный экран и все! Ничего не видно! Что за бред, Банда? Что это за видео еще? Я ничего не понимаю! О, черт, посмотри, это же наша спальня! Да. Это двери, которые ведут из нашей спальни! Неужели он уже в нашей квартире? Нужно быстрее бежать! Быстрее за мной, Настя, он реально в нашей квартире! Ты видела это? Да. Там была наша спальня на том видео, это просто жесть! Его вроде бы пока что не видно! Тем не менее, он так быстро сюда пришел, как будто каждую ночь сюда ходил! Я не понимаю, зачем ему те фотографии, как я сплю! Это очень странный монстр, Банда. Тем не менее, как хорошо, что я успел схватить куклу Буту. Теперь осталось только привязать ее к нему. Но как это сделать, я не знаю. Нужно как-то быстро заполучить его волос. И после этого очень быстро его уничтожить. Иначе мы сами погибнем. Господи, Банда, он выходит с нашей спальни. Вы видите это? Он такой страшный. Да, это просто жесть. Он так осматривается, как будто боится, чтобы мы его не заметили. Вы только посмотрите на его лицо, Банда, эти зубы! Это же просто жесть! Что огромное? Что он взял? Что это? Чей это телефон? О, черт! Это мой телефон! Нужно его как-то забрать! Да, но как? Черт, он так его рассматривает! Что если он его заберет? Нет, смотри, он положил назад! О, черт, Банда, что это за бред? Куда он вообще уходит? Неужели он ищет нас? Черт возьми, он хочет нас убить! Смотри, он уходит в ванную! Зачем? Что ему там надо? Он ушел! Окей, тогда я могу пойти забрать свой телефон! Оставайся здесь, Настя, никуда не уходи! О, черт, мой телефон на столе, он в ванной! Надеюсь, что он прямо сейчас не выйдет! Но все же, Банда, вы видели его? Это был настоящий Хаги-Ваги! Мне просто в это не верится! Мой телефон на месте, он его трогал! А это еще что? Это похоже на его шерсть! Неужели, когда он трогал мой телефон, оставил свой кусочек шерсти? Нужно быстрее его показать Насте! Черт возьми, Банда, это самое легкое получение ДНК в моей жизни! Настя, посмотри! Здесь остался кусочек его шерсти! Мы можем привязать куклу Вуду! Да, это будет очень легко! Просто посмотрите, Банда, это же реальная его шерсть! Черт возьми, вы видите это? Окей, давайте теперь его засунем в куклу Вуду! Как-то аккуратно в его голову! Надеюсь, что после этого она привяжется к этому монстру! Тем не менее, по идее, после этого кукла Вуду уже должна быть привязана к нему! Осталось только как-то ее проверить! Смотри, он выходит, Сереж! О, черт, главное, чтобы он нас не заметил! Прячься! Нужно что-то сделать с этой куклой! Быстрее проверяй! Но как, ничего нету! Нужно позаглядывать в ящики! Здесь ничего! Посмотри, гвозди! Остались еще после того ремонта, который мы делали! Окей, давайте как-то аккуратно проткнем ему руку! Просто посмотрите! О, черт, кукла Вуду работает! Только гляньте на него! У него вся рука в крови! Там появился гвоздь! Ты же тоже это видишь! Да, ничего себе! Мне даже его как-то жалко! Это просто жесть, Банда! Откуда там гвоздь? Раньше такого не было, просто какая-то магия. Ладно, Банда, я думаю, что уже хватит на нем издеваться. Давайте достанем этот гвоздь. Вы просто видели, как он мучился. Ему явно было очень больно. Черт! О, господи, это же он! Как он узнал, что мы здесь? Бежим, Настя! О, черт, на, получай! Это просто жесть! Быстрее прячется! Я закрываю двери! Отпусти! О, черт, Банда, вы видите? Его нет, только не это! Отпусти меня, Хаги-Ваги! Это просто жесть! Посмотрите, какой же он монстр! Я не могу никак закрыть, он слишком сильный! Пусти, отстань от меня! О, черт, оставь меня в покое! О, нет, Банда, просто посмотрите, что он делает! Я не могу закрыть! Пусти! А!
Черт! О, господи, нужно срочно что-то сделать! Окей, на, получай, как мне нравится, получай! О, черт, банда, просто посмотрите! О, господи, я просто не могу в это поверить! Кукловоду сработало! О, черт, я думаю, он задохнулся! Вы просто видели, какой он монстр! Я был на волоске от смерти! Он прям схватил меня за мою руку! Я не знаю, как мне удалось спастись! Тем не менее, кукловоду реально работает, она смогла меня спасти! Теперь же осталось только его уничтожить раз и навсегда. Но где же Настя? Она смогла спастись. А что если он уже ее схватил? Пока что я вроде бы не слышу его. Его реально не слышно. Я не знаю, куда он делся, банда, но это полная жесть. Кто это? Я не верю, что это Настя. О, черт, банда, я слабо верю, что это Настя, но если это вдруг реально она, я должен ее спасти. Если это будет не она, то это конец. Но все же, это ты? Да. Но где Хагиваки? Я не знаю, он куда-то исчез. О, черт, а ты где пряталась? Я была на балконе. Это просто жесть. Он чуть ли меня не убил, когда я забежал в ванну и схватил мою руку. Я так перепугался, что он прямо сейчас меня убьет, но все же кукловуда смогла меня спасти. Это отлично, нужно быстрее его уничтожить. Да, я с тобой согласен. Но я даже не знаю, как его уничтожить, банда, потому что мы только переехали в эту квартиру. Здесь еще нету ни ножниц, ни ножей. Так его быстро убить, я просто без понятия. Сереж, помоги! О, черт! Это же он, банда! Что он там делает? Как мы его не заметили? О, господи, он такой большой и длинный! Держи кукловуду, сделай с ней что-то! Хорошо, но что? Не знаю, уничтожь его! Я не знаю, что с ней сделать! Быстрее, Настя, он уже вылезает на нас! Сделай же что-то! Я разрежу ее! Но откуда у тебя ножницы? Пошла на балконе! О, черт, скорее всего, что это осталось от прошлых владельцев! Тем не менее, просто посмотрите, Настя разрезала кукловуду! Но куда он делся? Он исчез! О, черт, нужно пойти посмотреть, где он! Держи! Просто жесть, банда, вы видели, как Настя его разрезала! Я думаю, что после этого у самого Хаки-Ваки тоже огромные проблемы, потому что у него просто нету ног! Но теперь он куда-то пропал, и куда он делся, я не понимаю! Мне кажется, он прячется там! Оставайся здесь, Настя, не подходи близко, а то вдруг он там лежит! Он же может от тебя наброситься! Да, хорошо! Отлично, я подойду сам! О, черт, банда, это просто жесть, мне не верится в это! Мы реально разрезали Хаки-Ваки, просто посмотрите! О, черт, ты видишь это? У него просто нету ног! О, нет, отпусти меня! Господи, нет! О, черт, просто посмотри! Помоги мне, сейчас Настя, помоги! Да, Сереж, сейчас, сейчас я помогу! Нужно ударить кукловоду! На, получай, получай, на, на, на! Быстрее, Настя, нужно его уничтожить! Забираем куклу со мной! Это просто жесть, он чуть ли меня не убил, ты видела это? Да! Вы это видели, банда, он чуть ли меня не убил! Я думал, что мне уже никто не сможет помочь, но хорошо, что рядом была Настя! Он остался жив даже после того, как мы ему отрезали ноги! Но все же, банда, я думаю, что пришло время уже с этим заканчивать! Давайте отрежем ему полностью все конечности, чтобы он больше никому никогда в жизни не навредил! Ты как, Настя? Думаешь, нам стоит это делать? Думаю, стоит, он больше никому не навредит. Да, я с тобой полностью согласен. Именно поэтому, банда, отрезаем ему руку. Просто посмотрите. Это же полная жесть. Надеюсь, что после этого он просто умрет. Банда, посмотрите. Хаки-Ваки полностью без рук. Окей, тем не менее, теперь мы отрезаем голову. Просто посмотрите на это, банда. Это же полная жесть. Мы уничтожаем Хаки-Ваки, которые в реальной жизни. Вы видите это, банда? И на этом конец, мы его убили! Я просто отрезал ему голову от его туловища! Давайте теперь пойдем и посмотрим, как он там лежит! Мы все еще его не слышали, банда! Нужно послушать, где он! Вроде бы никого нет, окей, давай! Нужно как-то аккуратно посмотреть, что с ним там! Эй! Хаки-Ваки, ты где? Мы тебя не боимся! О, черт, посмотри, там его ноги, ты видишь это? Это просто жесть, банда, неужели он здесь лежит? Только посмотрите, это же его голова, о, черт! Вы видите это, банда, мы просто его уничтожили! Это такая жесть, я просто не верю своим глазам! Мы реально его подрезали конечности и голову! О, господи, как же это крипово выглядит, банда!
Я не знаю даже, как это описывать. Просто жесть! Здесь столько гробище! Я до последнего думал, что он просто обычная игрушка, и у него не может быть крови! Но то, что мы здесь видим, банда, это же полная жесть! Мне просто не верится в то, что я сейчас вижу! Окей, тем не менее, нужно срочно отсюда валить! Вы просто посмотрите, что с ним наделала кукла Вуд! Это же полная жесть! Мы сегодня уничтожили Хаги-Ваги раз и навсегда! Но все же, банда, я думаю, вы все помните, что мы еще должны его разрезать и посмотреть, какие же у него внутренности. Так что, банда, наберем 20 тысяч лайков, и я его разрезаю. А тем временем, банда, вот комменты из-за прошлого видео. Просто вклинись какие-нибудь шикарные, идеальнейшие комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь что тебе нужно, это опуститься ниже. Нажать лайк, колокольчик, и все, бро, ты уже в новом видео. Лайк, колокол, комменты, ты в моем новом видео, бандит. И помни одно, оставайся таким шикарным. Пока!